подсадили за руль в 4 года. Такой подарок сотрудники ГИБДД подготовили маленьким северодвинцам в День защиты детей. На электромобилях нужно не просто кататься, а ездить по правилам. Водители инспектировали настоящие сотрудники ГИБДД. Проверки не избежали и родители, но не на знание правил, а по базам данных. Скажи, на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу? Молодец! Чтобы пройти это испытание, мало знать правила дорожного движения. Их нужно уметь применять на практике. Остановиться перед пешеходным переходом, стоп-линия, двигаться согласно разметке. За руль электромобилей маленьких северодвинцев посадили сотрудники ГИБДД и отделение по делам несовершеннолетних. Акцию приурочили ко Дню защиты детей. Это навыки формировать надо с раннего возраста. Вот. И уважение на дороге. И это игра, и забава, и обучение. Дети это же как полностью нас копируют, это самое, и поэтому ну, они так себя и ведут. Он, допустим, газу дает, да, и вот едет, да, быстро, допустим. Другой так аккуратненько так всматривается налево-направо. Один мальчик, вот мне понравился, он так ехал и позировал. Несмотря на то, что за рулем водители от 4 до 8 лет, на вопрос, на какой сигнал светофора нужно переходить дорогу, правильно ответили абсолютно все. А вот где нужно мыть автомобиль, знают лишь некоторые. Многие полагают, это делается на реке или автозаправке. Я бы для их возраста дала оценку «отлично». Молодцы, молодцы ребята, молодцы родители, которые воспитывают своих детей, любят, самое главное, любят своих детей. Дарить праздник маленьким северодвинцам во Дворце молодежи обещают не только 1 июня. Все лето организовывать детский отдых здесь будут аниматоры. То есть это и целый город батутов будет, вот уже самый большой батут стоит, это и вот это, скажем так, электромобильчики, будут еще прокат велосипедов. В День защиты детей сотрудники ГИБДД не забыли и о родителях взрослых, проверили по базе данных. И те, кто не нарушал правила, с 1 января 2013 года получили сердечки. На них можно написать имя того, ради кого они соблюдают правила дорожного движения, и закрепить на заднем стекле автомобиля. Ну а детям достался сладкий подарок – мороженое. Съели около 100 штук. По одному.